Сонечка. Еще раз добрый вечер. Я сегодня очень счастлива, что вы получили такой удовольствие. И потом будет Марья, такой будущий нашел еще известный художник. А специально я говорю сегодня, очень давно, я не могла, два года почти не ходила. Вот Саша, мой любимый подруга, я давно не дружился. Поэтому я сегодня хочу подвешивать такой праздник. Это, я думаю, что больше это взяла у него рука сегодняшний праздник, который устроили этот. Саша, я его люблю. Мою сторону, не только мой сторону. Нет, раздевайся. Дружки от нас, вот ведь язык, как я делала. Это для тебя. И это для тебя. У нас тоже есть такой. Спасибо, спасибо тебе.